Держите, дамочка. Тут. Право, Джеймс. Лево. Ну да, лево важно. Что ты там хочешь? Право, слева, потом сюда. Это как осквернение выносим влево, и тело такое вправо бежит. А когда тело подвальки бежит специально, это вообще жесть. Чаржится в слизне, вар красно. Я сейчас осквернением чаржился, нормально. Я тоже чаржился сразу. Да, как-то ты был немножко с удержкой, показал, что разлило, я и нажал. Ну и разлило. А я осквернение на осквернение вынесу. Ты думаешь, что это осквернение, на самом деле это ловушка 25 хэмца рука, да, или че? Нафиг. Жаль, твоего видоса не сохранилось. Где Ромми? А, вот тут. Кого-то еще сумонит, на плюс чат. Вроде все были тут. Тут. Всем. Че, залетаем? А сколько танков? Ну, вижу себя одного. Двоих вижу. ДК вон танк тоже. Эвинар танк БДК. О, да, про БДК, да. Надо смотреть. Да, жирный. Да ладно, хороший. Правда, не вижу смысла удара в сердце. Две цели он слишком может получить. И машина для убийств. Почему? Машина. Прок просто, бессмыслен. Для крита? Да, там ЛПшек там так хватит. Одного таланта хватает. Ну, так-то хорош для агро. Я просто беру 2% меткости в третьей ветке. Сама должна 3% брать. Хотя там огонь надо вешать. По левой, по этой стороне идите. Я сейчас по правой пройду, посмотрю. Так, по танкам. Ну чё.
Это, короче, замена микстуры, что это такое. Ну, короче, я не знаю, что там слава. Похер. Бокрус в танке ищу. Да. Так, ждите 2 минутки, сейчас я мать провожу и приду. А что с Славой? Не знаю, вроде был. Да не, он то, что он ДКшкой покинул. Кто-то покидает, скорее всего, потому что я убрал у него право исключать. У всех убрал. Это показывается свой гонор, или я не знаю, что. Так что мне, знаешь, не во время Эртена, а вот эти разборки. Кто-то что-то обидел или что-то в этом роде. Так. Сейчас она станчит Бокрус и Винар, Лил и Мидвей. На Элинар. А? Чё? ДК Элинар. Его назвали ж. А не Элинор. По крайней мере, я так прочитал. Так, фулбаф даем. Рыбу я ставил? Нет, рыбу поставил. Соответственно, Бокрус и Винар, вы сидите на боссе. И Винар. То есть сидите на боссе, мы с Макс с тобой на этом. На трэш. На всякий случай. Так, кому-то надо тактику объяснять. Мне. Кому? Мастера. Ладно, повторю. На всякий случай. Надо меточки еще надо расставить. Назначить. Так, метки потом назначу. Далее по тактике. У босса 2 фазы, соответственно, каждая фаза это 50% его хп. Босс на первой фазе кидает лужи, соответственно, танки. Если вы танчите, он кастует каст. Сначала по танкам объясню. То есть танк, который танчил, да, танчит МТ, танчит ОТ. МТ танчит, какого? Он начинает кастовать, после каста ОТ забирает. И так вот меняетесь после каста. Сокрушительный удар, или как-то так называется. Далее. Какого? Босс кидает лужи, зелененькие. Ребят, с луж выходим. Дамажат они неплохо. Соответственно, желательно, чтобы вы не стояли, какого? Около платформ. Вот этих, где стоят 3D-метки. Ну что, надо будет 5 человек будет прожимать эти кубы в определенный момент времени. Соответственно, под лужей их надо будет особенно контролировать. Иначе просто вайпнемся. Так что держитесь примерно, если вы видите вот эти фиолетовые лучи между ними. То есть вот расстояние. Далее. Как его? Будет кицаться печать Мак Тириадона.
дебаф на тех, у кого есть мана. Соответственно, под конец дебафа, где-то за 2-3 секунды кастера, переставайте кастовать, иначе прошьет и может выжить там ману или что такое. Дальше. Смотрим, есть три портала. Правый портал, где сейчас прыгает звездочка, оттуда лезут бесы. По бесам играют все. Играете как? У кого меньше хп, соответственно, бесов будет штук 10-12. У кого меньше хп, в того и играем. Атака уешим. Если мы так делать не будем, соответственно, на 20% хп, когда у них менее 20% хп, они будут кастовать кастом пламизация. После того, как он скастует этот каст, он взрывается. Соответственно, этот френч, я не помню, какой от взрыва, но это сразу шот. Далее. Сзади босса, то есть за боссом, выходят 4 гитариста. По ним играет РДД. РДД, будете играть по меткам. Макс, как выходит, сразу станы раздаем. Далее, гитаристы кидают 4 волны перед собой, за спиной и по бокам. Соответственно, от этих волн уклоняемся. То есть одного там, ну, по команде, если что, расфирить. Это для паладинов. Дальше. С левого портала выходят демоны. Соответственно, по демонам, демонов будет 4 штуки, они просто кастуют. Мобов справа портала без бесов, бесы и демоны с левого портала, соответственно, по ним играют все. По за спиной босса, соответственно, портал, по ним играет сначала чистый РДД. Если надо будет, милишники, я скажу, вы свичните. Надеюсь, это понятно. По фазе это все. Ну и, соответственно, после призыва портала она будет как его. Рожать кубы. Кубы я назначу. Далее, вторая фаза. На переходке, когда будет у босса 50% хп, вы все отбегаете вот сюда, ко входу. Вне зависимости. Где вы были? Отбежали, потом танки поставят в определенный момент, также по команде, или, да, по команде все это поставить обратно его в центр. На месте портала появятся 3 лужи. Зелененькие. Также, то есть светло-зеленые, такие кислотные. Да я сейчас офну, погоди ты. Соответственно, если вы в них зайдете, вы получите, будете законтролены боссом. То есть вас придется убивать, с контроля вас не будет вывести. Это минус ДПС, минус хил там или что-нибудь, смотря кто вы будете. То есть в этих лужах не стоим. Соответственно, танки. Босс должен быть рожей постоянно ко входу. Вас, если что, когда он кастует сокрушительный удар, вас откидывает. Так. Ну, соответственно, на второй фазе пропадает порталом, мобов не будет. Кубы не надо будет прожимать. Босс остается мешком, с луж выбегаем, в трех лужах, которые под порталами, не стоим. И, как его, с печатью Мактеридона следим. Все. Далее, по... Так, по кубам. Сейчас назначу... Ну, так, задумчик. Так, урыч. Надо, да. Силу. Так, ну мне еще не нравится. Вопрос у вас будет. А, Войд провинился, будет тоже, да. Ха-ха-ха. Напомнил он. Так, у нас 3 хила, соответственно, ребят, аккуратненько. Ничего, это не провинился. Но... Не пришел вчера, провинился. Да, на ДД, тут не надо такие настойки. Соответственно, четвертая группа, это кубы, сейчас я вам назначу, на какие, чё. А чё, если я не умею? Учись. Я в тебя верю. Я тупенький. ГПшки. Да. Кстати, ГПшечки зайдут неплохо. Куб надо будет по команде подойдешь и прожмешь. Да знаешь ты, что ты мне заливаешь-то, короче, слышишь? Так, ты будешь луну держать.
И лопасос будет у нас трусы держать. Вроде метки расставил, 3D метки стоят. Давайте, я в вас верю. А тут кубычок, каст какой-то, и после него, или как там контроль, какое время? Смотри, перед он, короче, кастует, да, вызывает портал. Как активируется куб, на него ты сначала вообще не можешь нажать. Активируется куб, нажимаешь, все прожимают, где-то секунды 3 подержали, все. Можете дуплить босс или, ну, соответственно, вливаться сразу по мобам. Их держать до конца не надо. Так, по СС-ам. СС, The Doom, на Скифона, силу на Твинси. Так, рыбу я давал, это давал. Коня. Да отстаньте со своим конем-то, алё. Освободите мне кастер ауру, пожалуйста, густит. Так, какое у тебя сосредоточение? Да. Так, сосредоточение у тебя должно быть. Нет, на коряже. Коряга, короче, с этим. Кирия, убери сосредоточение. Отлично. Спасибо. Ставь от огня. Так, чек на готовность. Так, все там готовы? Так, все готовы, соответственно, отчетик на пул. Мобов по мобам не играем, пока они не подбежали. Танки нагреваем. АВЕ на пул дали. Играем по чаротворцам. По чаротворцам влились. Все играем по чаротворцам. Чаротворцев убили, играем по этим. По големам. Чаротворцам косты затыкаем, они хилятся и дымажат. Не забываем. Хорошо, хоть рыбы не было. Была. Оперативнее, играем по чаротворцам. На големов забили фиг. Первый танчик ты винар, покрутся ты как вот ты идешь. Быстрее. Задума. Весайте. Точечно быстрее. Сразу резнули, сразу пробав. 38 секунд. Поесть успею. Рыбу поставь. Ешь. А я бы свою обычную съел, ну ладно, спасибо. Напор, вебинар. ДК. Если что, так. Неплохой такой ДК. А на мне черепок, почему? Цвет. Контролишь череп, куб. Поняла? Да. Берем. Геру дали. На тебе этот, куб, соответственно, меточка. Как его? Контролишь 3D метку, то есть куб черепа. Чем вы слушаете? Порт сразу туда сделай. Поставь, точнее. Да нормально, она около стоит. У нас неплохо, неплохо. Шейпер мало дает.
потому что в лицо бьет. Кубы, готовимся, 8 секунд. Кубы, готовимся. Прохил квадратик. Демоны. Прожали кубы. Трусы, чё? Нормально все? По демонам играем? Все играем по демонам. Все играем по демонам. Под босса нельзя заведем? Сейчас заведем. Макс, лови, есть. Буду загревать. Заберите босс. Про метки не забывай. Мимо один. А, не, нормально. Кубы, готовимся. 7 секунд. Без. Че, кубы прожимали? Прожали кубы. По бесам играем. Тафик, подойдешь, дай этот бомжей быстренько. Бомжей, бомжей, бомжей. Чтобы они не расходились. А уешим. Играем у тех, у кого меньше хп. По боссу 6%, 30 секунд, быстрее. Ребят, поставьте босса в центр, пожалуйста. Разверните его ко входу. Ко входу разверните. Быстрее, 1%. Так, отлично, ко входу все отбежали. Прожимки, Макс, прожимку. Все ко входу. Все, отлично, выводи на... так, выводи теперь. Выводи. Слушай, выходим, не забываем. С печатью Мактеридону не слакаем. Забрали с меня. Отлично. Теперь ДКшники сами этот, смотрите там. Все, босс мешок. Соответственно, слушай, уходим. Не забываем. Босс не кливает. С печатью Мактеридона следим. Ребят. Так, Ивинар, продай, как его, у тебя же 4-4, дай прожимку. Слушай, выбегайте, лишний дымаг не получаем. Забирай, Бокус. Прожимка готова. Сейчас я отдам. Неведомый следи за дебафом. Так, пока нормально вроде. Так, давай прожимку.
Слушай, выбегайте. Винар, чуть-чуть левее разверни. Угу, все, норм. Что откинет, может лужу, забирай. Бокрус, не спи. Во время каста нужно там. Это весь босс? Да. Да. Ну, ты не видел гитаристов. Понимаешь? Да, там два портала гитаристов, там конечно. И ДПСа хорошо было, перевели за два портала фактически. Так, вот эта бредятина кому-то нужна, сумка. Чисто по приколу. Если... Не убегаем с инста, ребят. Потому что разролю тут буду. Так, мастерал. Много у тебя таких предметов. А, хорошо. Значит, есть, я думал, нет. Так, далее. Кразок. Весник ивента. Дальше, печать Мактериадона. Пои ПГП не забываем. Ну, то я-то пароль на толк. О, сотку-то скину. Ничего не надо. Так. Что там еще там? Ты что-то линканул, и меня там нету. В смысле? Че, где-нибудь нету? Ну там ДПС вообще. Так, погоди, кто там? Первый-то у нас. Что-то, Рок вижу. Выше Рок, есть кто там? Да он новый, да? Арок вроде, да? Mm-hmm. Не, ладно, сейчас дам. Так, следующие печатки кожаные с РПБ. Я не знаю, есть смысл, да? Арок, Арок. По сути, как знать, да? Ну, Ром не забирает все равно. Так, Арок, ГЦ, вроде он первый. Где-то там. Так, кто там? Перчатки. Роми. Шейп, ты за эти забыл. ПГП, нет. Да, ПГП. Конечно. Не, пока не надо. Тут все ПГП идет, ты шо? Че ты линкуешь? Скаду как я. Ну там кто-то просил, типа это. Вот у меня, смотри, нормальный тело. Шо, мне дали? Да. Дальше. Триничка на хилу. Ну вон ты седьмой точно так же у меня. Почему я пишу бран? О, в спек. Третий спек нужен кому-то? Вару зайдет? Всем привет. Бери, конечно. На хила тринь. Прикинь, Вару. Да, стрёмная тринька, товарищ. Стрёмная. На дух Вару самая тема. Нормально 37 лет. Да, сильно. Типа боевой дух поднимает, чё ты? Ты мне для... еще нолик забыл додать. Это на третий спек он линковал. Да? Да, прикинь. Не думаю. Чем, подожди, сейчас. Снимай. Но... Это ральнет. Давай, гуф. Ну а так, неведомый, отдай, пожалуйста, силу. Надо быстрее только ролить. Отдал, нет? Нет, ладно. Где он тут? Света, стой на месте.
короче, 2 КД для этого, сколько ходили, падал щит. Он мне не был нужен. Мне просто сейчас надо на ПВП и на ПВЕ с разными камнями и чарками. Я сейчас пришла, и он не упал. Ты еще 10 раз пойдешь, он не упадет. Ну да, я уже мне нужен. 100%. Он что, за не упадет в грула еще? Поэтому надо рулить все подряд. Пока нету ЕП, можно все ролить. Так. Да он уже вот все поролил. Внизу сидит. А че он такой дорогой за золото? Ну не знаю. Потому что он идет на инспект, как пушка. Ничего себе. Этот, как его? Порт. Ну, летим на груля, короче. Давай летим. Такой унылый, скучный первый босс. Ну, скучный, не скучный, зато, знаешь, когда выходят гитаристы, очень весело. Не, на груле первый босс, больше. А, этот-то тоже, да. Если не продиспеливаешь, тоже весело. Там только хилам весело. Так. Что, груль сложнее магика, нет? Нет. Че, изи. Что за ленивые потенции? Вента, хил есть? Нету. Плохо. Льдим пока на груляске. Фон, стой. А, так. Вот так, 3 хила. Так, а у нас редешер это капец, редешер капец. Так. А на груле не повышенный дамаг? Повышенный. На магике, на магике. Нет. Нет. Ну там чуть-чуть из-за кубов не особо. Ты думаешь, что-то десятку дал, что-то не то? Так, мне нужен, чтобы кто-то ушел на заменку. Кто может на заменку? Я уйти? Могу. Ну, я ты могу. Молодец. 3 хила? Танков хватает, Тёма, меня можешь поменять. Ну тебе ничего не надо, да? Хорошо. Я все равно ничего не возьму. Так, отъехал. Винст. Угу. Отлично вообще. Так, дальше. Моссе нужна кружка. Ну не факт, что она упадет. Мосс, посидишь на заменке, ладно? Угу. Да, отъехала тоже надо было кружку. Ну, отъехал. Ну, я тебе говорю, что на Рогу и на Фрост ДК кружка более заходит, чем на Фури Вара. Насчет кота не знаю, на Фури Вара и остальных. На Ретрика вообще-то. Нет. Когда прокает хоста, бьет по 1.7, 1.5. Можно попробовать Фурика с одноручками. Это нет, нет, с одноручками это бред. Я с маской... Я с маской Вуду на заломане был, такая вообще помойка, вообще толку от нее. На этом фурике. Дает 975 хосты. Которая у меня в ретрике стоит. Ну так она РП не дает. Ну я знаю, я так взял на пару трайв. У меня РПФУ. Прокает часто у Фурика эта штука. Так же как, ну может помедленнее, чем Роги, но тоже прок. Ну не знаю, на старый чекал, не особо зашла. Но смотри сам, так-то бы почекать можно, в чем проблема. Там вся фишка в РП. РП много. Оно постоянное. Но все равно заберет и хил по приору. Или тафик.
Так, сумонимся. Кого сумон плюс чат? Тебя что-то там фонит. Чё у меня фонит? А, не. Это у меня фонит. Слышь, ты давай там. Не преувеличивай. Фонит у меня. Что-то странно. Так, ещё кого сумон плюс чат? Все есть, пардон, у меня пришёл. Здесь, отлично. Идём. Так. А у нас опять снижение после этого будет? Или вчера был? Я снижал еще вчера, послеза. Пошли танки. В череп играем, череп, потом крест. Да, вот, Афира. Это масса в ПВЕ-1 сидит, это нормально? А, он не с вами уже. Он и не был с нами. Он на замене. Ага. Ударьте меня кто-нибудь, раги нету. Китинку. А, меня ударили. Не, ну это невозможно, что такое? Это курики. Смотри, не, он меня даже не двигает руками. О, задвигал. Я покинул тело, накинул ангела, это вообще нормально? Да. Здесь, да. По кресту. Типа и стрессованный, поэтому кидает танки. Наверное. Вчера ты меня частер домахался. Кухой в зюзе. О. Там мы видели, мы видели. Да. Кто ему провалил? Чё-то я на это не пришёл. Головушка болит. Подходит, подходит. Или он обиделся, что его замутили. Он зашел. Пишет, почему я говорить не могу. Где? Это 41 минуту назад писал. Мне только что, блин, это на телефоне пришлось с Дискорда. А, во. Так я ему не повысил, не размутал, точнее. Надо размутать. Где он? Все, включил голос. Да это чтоб он не матерился, не ходил. Так, дальше. Пойдем по стандартику в 5 танчиков, наверное. Хотя, в 4 пойдем. Шейп, спекайся. Кидал. Спекайся, спекайся. Будешь держать звезду и ромбик. Я в тебя верю. Ты веришь в звезды? Так, хотя надо бы, конечно, 4-го. А, 5-го точнее. Что тут делать? А хотя не, стоять, стоямба. То у нас все косты может сбить. Сбить все косты. Вар. Да вар-то понятно, я просто двоих буду держать. Мастерол, говорят, умеет.
Шо? В армсе-то? Весело, конечно. Ладно, так. Там у меня прот есть. Ой, я же говорил, умею. Ну я не знаю, что тут делать, вообще первый раз тут. Я просто нажимаю мощный удар щитом, все. Я могу лицом по клаве покатать. Кулаком. Бей кулаком, покажи ДПС. Я тут за милика ни разу не был. Танчил 2 или 3 раза. Ну, значит, будешь танчить из четвертого. Такс, нет. Так. Шейп. Сколько у тебя там? Чего мне тут мало? Чего мне не хватает, скажи? Не знаю. Может, крика? А, стаминки. Есть. Ладненько. Есть стаминки. Так, ладно. На... Как его? Ивинар. На черепе же знаешь, что делать? Просто держать. Ну, смотри, короче, под конец его активации. Ты здесь была или нет? Да. Я в основном крест держала просто. Ну, хорошо. Так, хорошо, Бокрус. Ты знаешь, что делать. Держишь череп. Соответственно, Винар, держишь крест. Я подержу печенечку. Шейп. Давай, держишь звездочку. Сбиваешь все косты. Мастерал, сколько у тебя в танке? 246-й. 50 КХП анбаф. Спекайся. Будешь держать ромбик. Ромбик не должен тебя сшотнуть. Рыбу поешь? А уже 59 это более-менее нормально. А, стоп, могу еще фласку дать. Там у меня есть фласка обычная, правда. Обычную можешь пить. Будет 60 нормально. Короче, держишь ромбик. Метки 3D я вам поставил. Соответственно, я буду держать печенечку. По тактике. РДД. Все играют сначала в крест. Милишники играют в крест постоянно, пока его не убили. РДДшники, когда... с хилами. Когда активируется череп, соответственно, я буду это все анонсировать. Вы набираете рейндж между друг другом. Соответственно, рейнджу между хилами и этот, как... РДД. Бьете в череп. Соответственно, активировался череп, бьете. Главное, рейнджу наберите. Далее, активируется звезда, бьете звезду. Активируется ромбик, бьете ромбик. Милишники играют постоянно по кресту. Когда активируется крест, соответственно, даем геру, заливаем крест. Дальше, по диспелу. Вента. Лопасос. Неведомый. Вы диспелите полностью рейд. Надеюсь, понятно. Когда активируется крест, он кидает проклятие на весь рейд. Вам надо будет их продиспелить. Хилов 3 штуки. Соответственно, хилить им будет очень напряжно. То есть они диспелят 3 человека. Но этот, если она может продиспелить, тогда будет диспелить также. Соответственно, 4 человека на диспеле. Отлично. Так. Бафните стаминку. По тактике здесь все. Соответственно, главное, как его, особенно убить крест. Если да, крест не убиваем за одну активацию, это шот. Чек на готовность. Коня убрали, поставили воздаяние. Мастерал, что не хватает? Свитка на стамину, бафните. Я ушел, никому бафать, да? Так, поставьте ГБ. У вас там целый начитатель есть в рейде. Только не 25 ГБ, ставьте мне, поставьте 1 ГБ, пожалуйста. Сейчас нету. Алло, прием. Так, чек на готовность, бафы проверили. Даем время этот танком. Как его поставить, соответственно. Все готовы, отчет на пул. Так, я ромб, да? Да. Да. Держишь вон в ромбике. Танки пошли. Кого бить?
И бьете крест. Всегда бьете крест. Крест, веди в 3D монетку. Пожалуйста. Не туда, ДК, ДК. Около печеньки. О, нет. Играйте в крест. Олм активен. Крест, Геру дали, продиспел. Играем все по кресту. Геру дали. Фулбурсте отдали. Продиспел рейда. Мистрал, у тебя 4-4? Нет? Нет. Плохо. Иви, очень сразу свою прожимку. Продиспел рейда. Быстрее, 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 быстрее. Так. О, шотнул. Ща-ща. Не повезло. Подбиваем. Отлично. Ромбик, держи. Продиспел рейда. Вента, Берри, Скифона, Скифон, Берри, Лаждана. Ромбик. Могу и... сам встать. Чуть-чуть лана надо, Берри. Вставай. Скифон, Берри, Лопососа. Лопосос, Орхидею. Орхидея, Мастерал. Стринси, заберите. Прожми бабу. Так, киллрек активен, ромбик играем. По ромбику РДД играем. И вина, забери ромбик. Все остальные играют пока... точнее, милишники, играйте пока по черепу. Играем пока по черепу. РДД играет по ромбику. Бокрус. А, Бокрус лежит. Так. Нажимку дал. Так, милишники, пошли по королю играть. Юнар, давай, отходи к этому, к черепу. Так, я его ромбик подержу. Мне кого забирать? А, тогда ромбик забирай. Так, крош активен. Крош активен, играем по РДД по крошу. РДД хилы рейндж набрали. Притяжку оставил с неведомый, жив. Спелл стил с мага сделал, с кроша спелл стил. Или магию продиспыривайте. Чирократ. Делал. Отлично, бьем крошу. И Винар, есть этот, как его, притяжка? Да, через секунду. Отлично. Держи ее. Под конец каста будет он кастовать преисподнюю. Отходишь чуть-чуть и притягиваешь. Только так можно будет сбить этот каст. Ой, это девочка ДК. Да. Просил танка. Притягивай, притягивай, притягивай. Отлично. Не надо слишком далеко отходить. Отошла чуть-чуть, и нормально. Играйте пока РДД по черепу. Элемент Про, можешь встать, вставай. Крош активен, РДД хилы набрали, рейндж играем по черепу. Лопосос, залей ману Скифону. Венты, Орхидея, Скифону ману залейте. Твинти, у тебя как с маной? Нормально? Ну, кашусь. Где-то расстояние 5. Бери, Ивинар, и какого притягивай.
Прожимка, да. Прохил танка. Дум, как ты сдох? Понятия не имею. Ох ты, короче, такой человек. Нехороший. Нормально. Не догонят все равно. Что не догонят-то? РДДшеров мало. Много, долго будем сносить. Так, кто там у нас сейчас будет активен? По ромбику играем? РДД. По ромбику играем. А миликам нельзя, да? Милики, играйте по черепу. По черепу играйте. Пока минута есть до активации. Играйте по черепу. О, какие люди. Есть у кого инер сейчас плея откатит, чтобы плею залить? Давайте, доливайте. Ромбик доливайте, РДД. Сразу в череп. Милишники от черепа на короля перешли. Отлично, РДД по звезде. Милишники череп долили, и потом в короля. Дальше играйте по королю. По королю. Не надо к звезде подходить. По королю играйте, милишники. Только по королю. Звезде вы здесь вообще не подходите. Запомните это. РДД играют по звезде. Ну чё, мне надо двух коня тут, да? Чё? Но выхрей тут нету, да? После убийства всех помощников каждую активацию, то есть раз в минуту, там раз минута 15 вроде, или минута 10, он активирует способности этих помощников. По звезде играем РДД. Думаю, лежать удобно, да? Печати приписывать. Конечно. Так это ты за этот. Ну сейчас я тебе ГПшечку начислю. Ходу билики быстрее, ДД сейчас сольют короля. Быстрее звезды. Тут такие криты. 600, 1300. Короче, вот такое вот мне сообщение зашло сейчас. Кон? Вот если. Вот такое вот. Медведь. Брать, не брать, не взять. А он чё, ливнул? Это он уходил к картфиксу, который, да? Походу. Да потому что не надо уходить ко всяким ЧСВшникам. Брать, ты брать. В этот, с 3000 ИП. Ой, ГП. Ну, вчера турбо ушел. Турбо ушел, а чё? Да, турбо ушел к пианисту. Тоже за хорошей жизнью пошел. Кто такие пианисты? Претензии. Пианисты это тоже из разряда ЧСВшников, которые одни из первых закрыли за еще, когда там не пофикшено было все фигуры. Так, аккуратненько. Да нормально, тут добьем, играем. Как он сказал, что пианист типа что за как типа ворыга, короче, ну либо за голду, либо еще за что-то
А, паровозе, грубо говоря. Я понял, что за пианист это Слюжин. Я понял. Ну да, да. И мол, типа... Это как гитарист. Ну да, типа скоро патч на офи выходит, надо закрыть, успеть. 2 недели закрываем, за не можем закрыть. Ну, если ты 2 недели не можешь подождать. Пусть попробуем там. Ну, Сунг сказал, не проблема, посидит стрима КГП. Ладно, простим. Отработает на каждом. Так, кто его добрал? Подпиши. Че, паешь никакого? Че это он мне прилетел? Ничего себе. Ё-моё. Я же говорю, способности воруют. Ну, вообще повезло, что... О, так. Не, отлично, нормально. Главное, что не звезды способности, то милишники отходят сразу же. А они там вот... лежат в кучке как раз. А они как отошли от вихря? А, он кроша способности использовал и бабахнул. Кроша, дробяшка. А меня твин нахилил его, наверное, да? У, дробяшка. Mm-hmm. Порезали. Хилит, значит. Печать пустоты. Шо, мне в ДД? Да, пока может ДД. Так, соберите Кразул. Войд. Войд. Кири не выше. Рок не выше. Эбинар не выше. А там все на меня ролят, пацаны, которые выше. Вроде Войда, выше Войда никого нету. Войд не писал. Ничего себе, первая печенька. А ну, что делать? Ссылка. Активируй ее на Т4, все. Ты его делаешь. Кнопкой просто юзаешь и все, она с сохранением чарки камней применяет. Ну а что ты секрет рассказал? Вот ты, короче, такой, я тебя сейчас замутаю вообще. Да, я согласен, это нужно периодически делать. Ты понял, короче, что они тебя сейчас реально так зарофлить должны были, мои так что блек. Ты реально торчишь. Это ему тоже спек. Не, ну я на самом деле не нуб. Третий спек. Я просто с вас зарофлил. Ясно. Он не должен был его забрать. Забери Войда обратно. Так. Голова кожаная. Мастерство, скорость с ловкостью. Мейн спек. Можно оф спек. Третий спек. Ясно. Так. Я подизаю сам хорошо. Дробяшка, мейн спек. Слушай, дробяшка, Ретрик. Ну ладно. С этим топорик может попасть, да? Так. Какой топорик? СРП. Так. Мастералка. Когда мне не надо. Какой топорик с РПБ? Ты чё, о чём вообще? С руля падает топорик с РПБ. Разве? Собычки. С Геры. Нет, вот это вот. А, да. Да, с Геры. Ну, хорошо. Так, тогда у нас идёт Кразу руку. Можно трэш чистить. Да, трэш порезались, трэш чистить. В чём проблема? Так, чё он там? 989. Лови. Так. Стрёмная штука. Отворачивайте только их от рейда, пожалуйста, ребятки. По череп играем. Сейчас я. Смысл тебе брать для левела, если она будет хуже. Так, где Шинсун? Мне нужен Шансун. Почему начислить ГП? Вот.
попросите. Приходи на РТ, будешь так, одеваться так. На тебе бесполезно. Тёма, Тёма. Привяжи мне локу моего, пожалуйста, к паладину. Креста рейда. Ну, после рейда. Не забудь, ладно? Напомню. А что? Я после рейда сразу иду.